Чего, тренируешься уже? Ага. Это Матвей. Ему 8 лет. Это Саша. Ему 41 год. Александр – редактор онлайн-проектов журнала «Охота». Петр громкий. Михаил – папа Матвея. Михаил Воронцов – опытный охотник и охотовед. Отучился на охотоведа в Российском государственном аграрном университете. А Матвей в свои годы уже может научить манить рябчика. Положи машину. Мужики, у меня есть предложение. Мы разделимся, потому что ходить все толпой, ну, во-первых, скучно и малопродуктивно. Мы с Матвеем пойдем вдвоем. А вы, Саша с Мишей, пойдете вдвоем. Ну, и маленький батл такой у нас. Мы снимаем на камеру рябцов. А устрицы? Молодец, правильно. Матвея мотков в 3 раза больше. Ну да. А вас двое с ружьями. Миш, скажи нам, куда идти? Идите в лес. Я хотел туда, а потом завернуть туда. Матвей, ты знаешь тут места-то? Куда? Да я понял. Вот. Мы не заблудимся? А мы направо тогда. Туда? Направо, да, вдоль болота пойдем туда. Рябчики – птицы как бы не стайные. Но осенью молодняк этого года держится выводками и реагирует на свист курочки, своих братьев и сестер. Они пересвистываются и иногда подлетают на свист охотника. Вообще, поведение рябчиков недостаточно изучено, и их реакция на манок до сих пор вызывает вопросы. Есть еще мнение, что птицы занимают участок. Свое присутствие на этом участке они обозначают свистом. И часто прилетают посмотреть, если свистит кто-то чужой. На том, что рябчик летит на свист себе подобного, собственно, и основана охота с манком. Чтобы самостоятельно добыть рябчика, Матвею не хватает только ружья. Как у любого пацана, у него есть игрушечное, и не одно. Он в них, кстати, неплохо разбирается. Чем пофастаешься? Вот сейчас! Что это такое? Противотанковое ружье, чтобы не сломал это ребенок папа. Игрушку. Молодец какой папа. И вот что. И тренировался, таскал, да? Ну, это легкое. Вот. Это вот... Как это у тебя называется? Карабин. Какой? Есть название у карабина? Ну да, СКС. Угу. Вот папы. Подожди, я не понял, а приклад-то у него, по-моему, настоящий или что? Да, вот это все цевьё настоящее. О, еще одна бомба такая. С глушителем. Это винтовка мощная. А, это винтовка мощная? Да. Круто. Прицел настоящий. А ну на меня посмотри в камеру прямо. Михаил, про истории со стрелками в школах что думаешь? Вот как раз у людей, которые воспитаны с малолетства в охоте с охотниками, я вот считаю, что на 100% такого не произойдет. Это происходит у тех как раз людей, которые психически ненормальные. И чаще всего, вот я думаю, мое мнение, что это вот те люди, которые воспитаны в компьютерных играх с этими стрелялками, и где они убивают там людей других. Мы все, кто знаком с Матвеем, согласны с мнением его папы. Если считаете по-другому, то пишите в комментариях. Наверное, мы уже победили. Потому что мы столько их слышали. А мы не видели еще, на выстрел у нас ни одного нет пока. Слышать слышим. А вот так вот снять-то у нас не получается пока. Не подлетают. Но если бы они стреляли, то мы бы слышали. Вон, перелетел. Есть, вон взял.
шапку оранжевую высматриваю. Что вы тут делаете? У нас вон тут прям вот за нами сидел. Ну что, есть? Ну, у нас ничего. Мы не видели. Я видел, вот, вот на эту елку сел. Видел, да? Потом он к нам шел вот сюда, и он туда пришел. И вы тут стоите. Сколько ты насчитал, пока ребята не пришли? 6 штук. Потом еще там 2 свистели. Ну вот смотри, тут 4. Там 2 и там еще 2. 8 штук. Отлично. А сначала было 6. Сначала 1, потом... Уже 8. Настоящий охотник растет. Не краснеет. Пройдемся, станет 10. Нет, мы всех слышали здесь. Вместе с вами тоже 8 насчитали. Мы только здесь слышали. 6 ряпчиков и вас двое. Скажи, как ты делаешь? Туда вот так дуешь и языком дотрагиваешься. И получается вот такая... Как сказать? Ну, звук такой, как на рябчик. Похоже. Похоже. А ты какую-то фразу говоришь или 5, как? 5 тетеревов. А вот ты говорил, самка-самец, ты умеешь по-разному, да? Ну, да. А покажи, как вот самочка, а как самец. Так, для самки другой даже манок. Вот потолще. А чем отличается? Толщиной. Вот у самки вот такой, и внутри расширением больше. А звук у нее какой? То есть более грубый, да? Да, и вот у меня прям получилось прям как самкой. Ага. Ну-ка еще раз. А самец как будет? Так. Ой, это не свистит. А, то есть у самца более тонкий голосок, да? Да, а у самки более грубый. Ага. Вторую половину дня искали с собаками вальшнап. Убили только свои ноги. Хотя стоек видели достаточно. Матвей проходил весь день с нами и ни разу не пожаловался на усталость. Зачет! Уроки учит. На 2 дня приехал поохотиться на вальшнепа, на рябчика. Вот, и вечерами вот делает уроки. Старается, чтобы отпускали его на охоту. Тогда. Дикий гусак есть. Да, это папа делал смесь с гусыней нашей, домашней, так. С диким гусем. Гусем. Получилось потомство вон. Все вчетвером ходят вон, серые все. А он такой прямо не любит всех, мне кажется, да? Вообще никого. Подруга твоя? Это пацан. Друга. Да, вот он не боится, да? Нет. Бегунок. Иди ешь. Вот кролик выбежал. Стоять. Есть. Стоять!
как и надо. Чтоб не выбежал, надо руку держать. Ладно. Пусть. Это он уже взрослый. Здоровый. Больше не выбегать. Тут дырку себе сделал. Вот у них тут прямо заповедник. Заходи. Увидел, потому что когда они садятся на перемещенное место, они трель такую выдают. А тут он сел тихо или дальше позже даже пролетел, он молчит. Ну, как-то неудобно стали. Хотя летел к нам, вот. Наманили, но не посадили. Да? Сейчас другого пойдем. Какого? Какого-нибудь другого. Того же. Ну, мы того на обратном пути. Что, дальше пойдем? Да, скажи, а ты в компьютерные игрушки играешь? Да не очень. А чё так? Не нравится? Редко, когда в городе. После школы. Не очень, не очень небольшой любитель ты, да, этого дела? Мама у тебя как относится к тому, что ты вот там на охоту ходишь? Нормально. Ничего, не боится она за тебя? Нет. Только если нас моргует. И все. Я уже не вижу его. Бегун такой, редко когда видишь, что бегут по земле. Главное, он обошел нас, бля. С тылу хотел зайти. Он с полем. Манильщик. Все.
Никто ничего не говорил по поводу того, что ну что молодого маленького пацана там таскаешь, вот он там видит смерть животных, птичек. Ну, по-твоему, это нормально? Не знаю, что в этом уж совсем страшно. Это жизнь. И детей надо приучать, что это один из этапов или охоты, или содержания тех же животных для ну, в этом, в домашних условиях для того, чтобы их употреблять потом в пищу. А знаешь, самочка это или самец? Можешь определить? Это самец. Самец. У него черное, тут много черного, значит самец. Да он же свистит, как самец. Молодец! Ты как вот начал охотиться? У тебя папа, тебя дедушка, или как у тебя получилось? Да, у меня дед охотник, другой дед рыболов. И отец охотником был. Ну вот, с ним ездил на охоту. Ты вот выходишь вот с отцом на охоту, тебе не скучно, не это? Интересно все? Да. Ну ты, смотрю, и следы знаешь хорошо, да? И птиц многих знаешь. Да. А Матвея со скольки лет брать начал? Ну, на охоту прямо так, наверное. С 5-6 уже ходил со мной. Ну, какие-то кратковременные выезды. А в лесу вот ты ходишь, не боишься заблудиться? Вообще не боюсь. А один ходил вот так уже, чтоб папа где-то далеко был? Да нет. Ну, в соседний лес с деревней ты сам ходишь, один с собаками. И что, тебе папа доверяет вот, собак там, кормить, выгуливать, да? Да. Так-то это почти мои. Рик, это у нас бретонский паньоль. Вы, наверное, одного возраста с ним. Не, он старше. Он старше? На один год. Пошли! Ух! Сейчас, достану я ее! Прыгай! Все, гожу! Играй! Уй! Забава! Забава, беги! Забава, что стоишь? Ума! Забава, посидеть! Она вообще на месте не стоит никогда. Бывает, вот когда ты ее держишь или еды даешь. Если бы мне сейчас было 8 лет, я бы плакал от зависти к этому парню. Это же мечта, собака, да еще и охотничья. И слушается. Ё-моё, а вот сейчас бы я совсем разрыдался. Куда пацан поехал? Поехал до бабушки доехать, проверить. Thank you.
Да он лежит, иди, иди. Я же говорил, он тут. Дальше, дальше, дальше. А что видели? Далеко откликнулся. Стали манить. Матвей манил, манил. Все, пропал. Был подъем, он переместился. Слышали, слышали, что он сел. И на этом замолчал. Все, и тишина. Дальше вот минута ожидания. Потом Матвей говорит, вот он, вот он. И вот я посмотрел, он сидит на дереве. Он на земле, ну, подошел по полу. Он все на тебя вот так смотрел, на тебя смотрел. Ну-ка, рассказывай, иди сюда. Ну, сначала я услышал то, что трещал, и он где... Щелкал, ну, был. Ну, сколько метров? Да, ну, 20, наверное. Ну, да. 20. И ты увидел, да? Да. Он сидел или бегал? Сидел. Он сначала прибежал к дереву и сидит вот так, смотрит на нас. Птичка, говорю, может, какая, показалась ребенку. Потом, смотрю, сидит, рябчик. Шею вытянул. И пошел, за дерево стал заходить вот в сторону. Да, он за дерево заходил. А он хотел вон на ту ветку сесть. А я уж вижу, ты целишься. С полем. У вас команда прямо. Команда. Мы не прощаемся с этой командой. И на следующий год обязательно навестим семью Воронцовых. Не забывайте поставить палец вверх или вниз, включить колокольчик, написать в комментариях свое мнение о таком воспитании и, конечно, подписаться, ведь путь в охоту продолжается.